Прошу голосовать. Кто за? Против? Воздержался? Принято единогласно. Президент Владимир Путин поддержан как кандидат на выборах главы государства. Такое решение принято всеми, без исключения, участниками заседания 21-го съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия». Глава Приморского края Олег Кожемяка принял участие в знаковом заседании. Руководитель Приморья назвал решение главы государства о выдвижении выверенным и основанным на текущей ситуации. Это выверенное решение, обоснованное на сегодняшней текущей ситуации, на перспективах развития нашей страны, на продолжение того курса, который вел президент с 2000 года, когда страну поднял практически из руин. Это как раз завершение специальной военной операции, именно для того, чтобы поставить победную точку там. Конечно, для нас важен вопрос, связанный с продолжением того курса на восток, который был обозначен Владимиром Владимировичем Путиным. И мы видим те результаты, которые сегодня демонстрируют наши порты, которые демонстрируют сегодня жилищное строительство. Те направления, которые были обозначены как одни из важнейших в стране, это судостроение, вертолетостроение. Поэтому сегодня для нас продолжение курса – это развитие региона, это те перспективы, с которыми мы будем в течение 6 последующих лет работать. Это стабильность, это уверенное движение вперед. Напомним, выборы президента России пройдут весной следующего года. Голосование продлится с 15 по 17 марта.